На протяжении 15 лет на Шереметьевском проспекте возле часовни Казанской иконы Божьей Матери 11 января проходит молебен памяти убиенных вифлеемских младенцев. Страшная библейская история, к сожалению, перекликается с настоящим. Ежедневно в нашей стране убивают не меньше 15 тысяч младенцев нерожденных. Поэтому вот эти данные, они очень сопоставимы. 14 тысяч тогда за весь... И 15 тысяч ежедневно. 11 января аналогичные молебны проводят по всей стране. А в Ярославле и Санкт-Петербурге в этот день не производят аборты. Память о нерожденных детях зажигают свечи, как символ человеческой жизни. Первостепенное осознание, что своих детей убивают только скоты, а люди своих детей не убивают. Вот с этого вот надо начать. Молебен был немноголюдным, но те, кто на него пришли от чистого сердца, молились за то, чтобы люди не совершали этот страшный грех, и у всех зачатых детей появился шанс на рождение. Любовь Почерникова, Андрей Семилоков, РТВ Иваново.